Масленица – один из самых радостных и светлых праздников. Но не стоит забывать, что эта неделя предваряет Великий пост. Завершится она прощенным воскресеньем, когда мы спросим прощения за нанесенные ближним обиды и приступим к великопостным размышлениям о жизни. В Москве Масленицу будут праздновать целую неделю. Самая широкая программа празднования состоится в культурном центре «Кремль» в Измайлово. 16 и 17 марта 2013 года Кремль в Измайлово будет ждать москвичей и гостей столицы отметить праздник Масленицу. На торжестве ожидаются широкие народные гуляния. Главным угощением праздника будут, конечно же, вкуснейшие блины. На уличной сцене Кремля развернется колоритное театрализованное представление, а также ярмарка, игры, конкурсы и знаменитая потеха на Масленицу – ледяной столб с подарками. Сильный пол может поучаствовать в знаменитых кулачных боях, самых широкомасштабных в Москве. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в специальной праздничной лотерее с призами и подарками. Thank you.